Пролетели года, отгремели бои, отболели, отмаялись раны твои. Но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь, а в глазах, как в ручьях, отразился огонь? Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце горит, или раны болят? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь, а в глазах, как в ручьях, отразился огонь? Пролетели года, отгремели бои, отболели, отмаялись раны твои. Но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Праздников у нас, хороших праздников немало, но повторяем каждый раз, что этот день всему начало, что без него, что без него, и счастья мира мир не ведал, и не было бы ничего, когда бы не было. Именно 9 мая 1945 года СССР победил фашистскую Германию. Нашим прадедам верилось, что нацизм повержен навсегда. К сожалению, на Западе начали забывать, кто сломал хребет фашизму. Но главное, мы, наследники победы, должны помнить об этом. Независимо от того, где бы ты ни жил, в Острогожске или Воронеже, в Москве или Калининграде, Лондоне или Берлине, ты и я, мы, молодое поколение, живущие в 21 веке, понимаем, что сохранение мира в наших руках. Мы сделаем все, чтобы трагедия Второй мировой войны не повторилась на нашей планете никогда.